Вот это наша долгожданная остановка в Давыдовке. А вот это место для мусорных баков, которое вызвало возмущение всей Давыдовки. Это конечная 50-го маршрута в Давыдовке. Летом остановка утопает в пыли, а зимой в грязи. Крыша протекала. Местная жительница Елена Урецкая долгое время просила поставить здесь новую остановку. Это все, что осталось от старой остановки. Ее демонтировали неделю назад. А здесь уже будет новая остановка. Место для нее расчистили буквально за пару дней. Засыпали щебнем и залили бетоном. По многочисленным просьбам местных жителей администрация пошла навстречу и, наконец, решила этот вопрос. Вот только все оказалось не так просто. Рядом с остановкой бетонируется вторая площадка. Позже стало известно, что это место для мусорных контейнеров. Здесь возмутилась вся верхняя Давыдовка, которая сказала, что нам мусорные контейнеры здесь не нужны. Во-первых, нет необходимости в них, потому что у нас есть внизу контейнеры, их хватает. Во-вторых, мусорная площадка впритык к остановке в метре от жилых домов быть не имеет права по сути. Кроме этого, местные жители говорят, что здесь всегда восточный ветер, который будет разносить мусорные пакеты не только по остановке, но и по дворам. Пакеты будут летать просто везде, абсолютно. С детьми стоят вот так на остановке. Мы нуждаемся в этих мусорниках, мы сами здесь наводим порядки. Также здесь проходит труба водопроводная, которую латают 2-3 раза в год, вода Крыма приезжает. Следовательно, тут мусор будет, когда после осадков течь в грунт попадать, и после этого мы будем эту воду пить. В администрации Молодежнинского сельского поселения сообщили, что контейнерные площадки – неотъемлемая часть нашей жизни, так как поселок разрастается. В Давыдовке уже живет 5000 человек. Поэтому администрация было принято решение выбрать 3 места для их установки. По сути, местным жителям переживать не за что, так как контейнерные площадки устанавливаются закрыты с 3 сторон, по 2 ветряных сторон. Баки для накопления твердых коммунальных отходов будут иметь специализированные крышки, которые накрываются сверху. Также мусор будет вывозиться ежедневно. Все работы по установке мусорных контейнеров и самой остановки завершат в конце недели. Севилья Миметова, Максим Голубев, телеканал «Милет», Симферопольский район.